Не мним поэтом свой кумир. Не надо тратить сил и время на то, чтобы признание получив, вносить стиха и прозы в время. Не нужно ни признания, ни наград, к чему тебе искушение? А ты увидь, прислушайся, мой брат, как жарко дышит дьявольское племя. Пример. Один из тысячи поэт, когда луна в ночном сиянии, подумал, что ему необходим слава и признание, и важный шум подъехавших карет, и длани, и громкое рукоплескание. И возжелал тот горем искушенный человек, что душу дьяволу продаст за исполнение желания. А сам рогатый уж не дремлет, почуял слабость и души, пришел к нему и говорит: «Так, садись-ка и пиши. Я, ниже подпишись, такой-то и такой-то, сим документом заверяю вашу светлость, вернее, темность там поправь, по написании сего прожекта всю душу вам до капельки продать». «А почему же, демон тьмы, хоть раньше ты был ангел света?» — разлился голос со стороны рассвета. «Срезаешь этот ты источник чистоты и света, что назван мной душой бессмертной во время Ветхого Завета». «Ага! Иисус! Ну вот и ты! Тебя-то здесь и не хватало, а твой источник чистоты, ну в общем, нет его! Душа его уже пропала, вот, как, вот и контрактец есть, заверенный моей печатью. Придется сыну твоему в гиенну слезть и получить, о чем мечтает». Твоя печать пустое наваждение, оно для истинного блага не помеха. А что ж до сына моего, ему не к спеху идти с тобой в твое подземное царенье? Твои рассказы брех, не стоит и гроша. А почему же в грех склоняется душа от росказней моих? Ответь, ответь за них, ты, отче их, молчишь. А почему? Да потому что на это и не может быть ответа, и каждая душа будет согрета в гиене огненной моей, попомни это. Нет, в сердцах воскликнул Бог, ты шут и плут, а ну-ка дай-ка рог, крестом тебя, крестом, и здесь идут. Сколь продолжался спор, молодой поэт смертельной мукой терзался. Он видел явственную тьму и свет, и в этот миг он право растерялся. Так значит, это правда, и дьявол есть, и есть отец наш мирный и небесный, а значит, есть и рай, и ад. И, кстати, мог бы получиться стих чудесный. Но стоп, ведь издревле известно, что ад, так скажем, не очень праведное место. Там жарят на огне, пекут в печах, на сковородках парят и в котлах, и головы дают на объеденье псам. А главное, что захотел всего вот этого, ты сам. По-детски испугался наш писатель и бросился в объятия к Христу. «Прости ты, отче, Бога ради, я верую в тебя, Иисус, и не нужно богатое признание, и не нужно все злато на земле. Хочу сейчас, хочу к тебе. Тебя же, черт, я проклинаю. Ты вспомнишь обо мне, я знаю». И дьявол, выправив рога, надел пальто и вышел. В тот самый миг, простите, в тот самый миг наш юный стихоплет от Господа прощения услышал: «Мой сын, порядком же успел ты в эту ночь так нагрешить. Прощаю я тебя, а мне прощения нет, ведь сколько лет я сам прощаю вас. Ведь дьявол не един во многих лицах, а я один. Вот и поспевай за вами, грешными сынами». Пока бессмысленным за спором внимание беса я отвлек, успел понять ты свой грешной шажок. Шажок назад ты сделал, теперь не делай ты и шаг, и хотя бы в воскресенье ты помолись, перекрестись вот так. Не мним поэтом идеал, не воссоздай себе кумира, и помни, сердце человека — это рай, а разум — это общая картина.